Итак, друзья мои, сейчас мы едем смотреть следующую лодку. Следующая лодка у нас, та самая SAS Vector 401. Что это такое? Интересно посмотреть, потому что самая дешевая лодка таких размеров. 35 тысяч евро. У кого есть, даже, в принципе, по-моему, торг уместен. Ну, торг всегда уместен. Ну что, поехали посмотрим. Ну вот, мы сейчас в Марине. Марине, да, он не говорит по-русски, говорит по-английски, очень сложно ориентироваться. Вот такая куча крутых яхт, здесь просто флотилия. Итак, это SAS Vector 40 футов 2002 года. Ширина 3,9 метров, 4 кабины, 2 душа, 200 литров танк для солярки, также вода 300 литров, двигатель 40-сильный Янмар дизель. Кстати, это очень хорошо. Чтобы добраться до паёл, нужно было снять вот этот ящик, он же рундук, он же скамейка. А мачта стоит на проходе, что, мне кажется, немножко неудобно. На 40 футах в этой лодке уместили то, что могло бы разместиться на 45-футовой лодке. Поэтому боковая каюта мне показалась маловато. Не для людей, которые боятся клаустрофобии. Верхняя же шконка, она вообще не предназначена для нормального человека. Возможно, там поместился бы ребенок. Мое мнение, нужно выбросить матрас и использовать ее как багажную полку. Душевая, он же туалет, он же гальюн, в носовой части небольшой и не имеет фекального танка, что интересно. Кошмар. Чтобы добраться сюда, пол лодки надо разобрать. Смотрел переборки, не было даже трещин на стыках. Душевая в кормовой части была точно такая же, как и в носовой части лодки, поэтому обзора я не делал, и также не было в ней фекального танка. Вот такой маленький обзор этой интересной лодки.
Конечно, в лодке мы навели маленький переполох, чтобы добраться до Пайол, чтобы увидеть килевые болты. Верхнюю часть лодки мы уже не стали смотреть, потому что для нас это потеряло смысл. Пишите в комментарии, что вам интересно посмотреть. У нас будут другие лодки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, путешествуйте с нами. С вами был Серж Тревел. До новых встреч!